Герман, и сегодня мы с вами продолжаем играть в GTA-шечку третью. Прохождение. Итак, у нас нету автомобиля, к сожалению, начался, блин, дождь, у нас вообще что-то ничего нету. На самом деле уже не помню, на чем я остановился в прошлой серии. Но, видимо, меня убили в прошлой серии, раз у меня ничего нету. Поэтому давайте без промедления направимся в оружейный магазин. Вот. Если я его, конечно, найду сейчас спокойно, потому что, блин, на самом деле, как бы, хоть и город и маленький, но я до сих пор не разбираюсь, что где находится, и такое себе можно потеряться. Но, по-моему, нет, по-моему, я правильно поехал. Так, закупаемся, мало ли что нас ждет впереди. Покупаем все, что тут есть. Снайперская винтовка, как оказывается, нам очень даже может пригодиться. Итак. Я хочу нормальную машину, плисточку. И вообще, по-хорошему, нужно было бы заехать к Филу Кэссиди, который продает улучшенное армейское оружие, там, типа, М-ку какую-нибудь купить, которая намного эффективнее калаша. Ну ладно, на это можно забить. А, я вспомнил, по-моему, мы остановились в прошлой серии на... Нет, я хотел сказать на том, что мы... взорвали лодку, но нет, по-моему, у меня еще одна серия выходила на канале после этой. Но в любом случае мы с вами... Блин, извините. В любом случае мы с вами продолжаем, и это какое-то... Так, Д. По-моему, я сюда еще не ездил. Д какой-то. Ну, пошли посмотрим, кто нас там ждет на этом. И Дэшки. Спаситель. Итак. Чувак какой-то... Во-первых, я хочу поблагодарить вас за ту услугу, которую вы мне оказали. Люди всегда пытаются истолковать все по-своему. Но жизненный опыт подсказывает мне, что преданность такого человека, как вы, в отличие от преданности панды. У меня есть один очень ценный знакомый, старый азиат. Его держат в заложниках какие-то южноамериканцы. Они пытаются увеличить сумму, назначенную ранее выкупа, но я не привык менять условия. Сделка есть сделка. Они не получат ни пенса больше. Ты что, англичанин? Такие пенсы у нас тут доллары. Вы должны спасти моего друга любой ценой. Вообще изи. Только интересно, почему ты не готов? Чтобы попасть в логово колумбийцев, тебе понадобится одна из их тачек. Возможно, ты ее найдешь в форте Стаунфорд. Если бы я знал, что такое Стаунфорд, я как бы знаю, как выглядит тачка колумбийцев, поэтому мне будет с этим легче. Ты не готов платить ни пенса больше, но, блин... Как бы ты за выкуп уже заплатил, и сейчас еще и мне заплатишь. Все равно переплата будет небольшая. Ладно, я с своей стороны сделаю все возможное, чтобы вытащить твоего друга. Главное, чтобы меня тут сейчас сразу не замочили, когда я увижу машину, которая мне нужна. Мне нужен грузовик. Не грузовик, а вот он едет. Автомобиль, как он называется? Так, он прикольно так называется. Вообще, машинка довольно мощная. Полноприводная, мне она очень нравится. Как же она называется? По-моему, мне вот эта, да, машина нужна? Колумбийская машина. Спасай старого азиата. О, слушай, ты просто убежал, видимо. Мой авторитет в городе уже на достаточно высоком уровне, чтобы меня боялись. Круизер картели. Это называется эта машина. Так. Ага, то есть не сюда, да? Опа, все двери передо мной открыты. Если я заеду, вы сразу не начнете меня... Блять, ну естественно, я только заехал, все пиздец. Пиздец, нахуй. Минус. Так. Давай. Ага, минус. Блин. Сейчас, короче, вот зачем нужна снайперская винтовка. В этой игре так. Ты стоишь, куришь. Минус ты. Минус сейчас ты будешь. Все, пока что изи, пока... Ой, блядь, так, тихо, ну этого я сейчас пахну. Ничего страшного. Вообще, блин, я ловлю себя на мысли о том, что калаш какое-то бесполезное оружие. В плане того, что с ним нельзя ходить. Вот, и урона он наносит... Так, блядь. Вот к этому меня жизнь не готовила. Что дальше-то? Подождите. Сообщение азиат должен быть в одном из этих гаражей. А, гаражей. Ну давай. А, блядь, я знаю, прикол. Да, я только подумал об этом, и это уже случилось. Я думаю, сейчас буду открывать эти ебаные гаражики, и меня начнут расстреливать. Минус. Блядь, 62 хп.
Блин, опасно. Так, тихо. Ага, еще один пидор. Минус. Блять, бля, бля, бля! Суки, твари, блять. Из этой миссии я уже вынес некий жизненный урок. Если, блять, ты криворукий, то тебя даже броня не спасет. Один фиг тебя убьют. Нужно как-то, знаете, более как-то умно действовать, как-то хитрым быть нужно. Правильно? Правильно. Ну сейчас мы попробуем. Только для этого нам нужно закупиться хорошим опять полностью. И только после этого продолжать. Давайте лучше, знаете, чем? Во-первых, УЗИшки я возьму побольше. Вот. И, ну, в общем-то, ладно. Попробуем. А вот со второго раза уже получится. Короче, пока что не могу найти этот круизер-картель, поэтому я решил обмануть систему. Не знаю, получится или нет. Но вот если я... О, вот смотрите, если я сейчас сюда перепрыгну, скрипт запустится или, блядь, мне придется перезаходить в игру. Я надеюсь, что запустится. Так. Ворота открылись, но никого нету. Ребят, нормально все? И даже машин нет. То есть тут пусто как бы. Нет, ну вот есть закрытые вот эти, конечно, ангарики. Но они не открывают. Блин, жалко, не получилось. И скрипт запустится только после того, как я сяду в тачку, которая мне нужна. Блин, обидно, но я перехитрил систему, ребята. Смотрите, я залез. Зачем это? Зачем эти формальности? Вот это вот глупо. Вот это глупо. Я бы и так перепрыгнул. Мне не обязательно была нужна машина картеля. Теперь мне ее искать. Но, по-моему, я ее нашел. Вот она. И, блядь, вот главное сейчас мне ее остановить грамотно, чтобы еще колумбийцы мне не попались, не заспавнились. Иначе у меня будут проблемы. Итак. Блядь, это не та тачка. Я ошибся. Ошибся, очень жестоко ошибся. Блин, я думал, это... Нет, это не пойдет. Нам нужен настоящий... Вот, крузер картеля. Он? По-моему, он. Давай, пожалуйста. Вроде он. Он? Да, он. Все, тормозим его. Здорово, блядь. Все, давай мне свою тачку. Ага, отлично. Все, главное, что у нас скрипт запустился, и даже если... Блин, вот это вот сейчас не очень хорошо. Я застрял, ребята, блядь. Тихо. Хватит болтаться без дела, достань машину. Я достал. Отстаньте от меня, нахер. Машину достал уже давно. Блять, вот пока машину достанешь, все, у меня брони нету. И как бы сейчас еще сложнее. О, дверь закрывается. А что ты закрываешься? Может, откроешься? Вот они, черти, блядь. Я вас сейчас это... Я как бы не первый день в этой игре. Как бы, давайте дабл хэд, не получится. Минус. Будем очень сурово проходить. Никого не будем жалеть. Так, вот, короче, прикол в чем? Прикол в том, что гаражи... Блядь, еще один стоит. Гаражи, они как просто так открываться не будут, даже если я в них постреляю. И... Так. В одном из этих гаражей должен находиться тот, кого я ищу. Окей. Но почему-то у меня сейчас нету... Блядь, вот закрыто. Закрыто. Давайте. Мне нужно именно подойти. Ой, блядь, тихо, блядь. Вон, все, я его вижу, я его нашел. Я нашел того чувака. И, так, ну, хорошо, что они вроде как на меня не бегут. Ага, вижу. Так, сейчас подожди. Сейчас тебя вынесу аккуратненько. Минус. Все, этот гараж свободен. Все, здравствуй. Отвези старого азиата к Дональду Лаву. Давай, Дональд Лав, принимай меня. Давай, блядь, старый азиат, ты чё такой реально старый, блядь? Чё так вальяжно заходишь в машину? Тут просто, блядь, этот двор кишит колумбийцами, а ты... Может быть, что-нибудь скажешь мне или... Что-нибудь такое, я как бы тебя спас? Нормально все, да? Ты такой же немой, как и я? Ну ладно, парень. Что-то общее у нас есть. А мы оба не умеем разговаривать. Ну, блин, вот этот вот Дональд... Я, конечно, не знаю, кто он вообще, что он за чувак такой, но, блин, получается, что какие-то у него хардкорные задания, хотя я прошел только одно. Но мне кажется, что если уж первое такое хардкорное попалось, то и дальше будет по нарастающей. Думаю, что, блин, будет сложновато мне дальше играть. Фух, ну, я постараюсь, у меня как бы уже есть некие навыки в этой игре.
Блять, вот главное сейчас не перевернуться, потому что это старый азиат, будет полчаса по-любому вылазить из тачки, отбегать, но, слава богу, я не перевернулся. Так, до свидания, братишка. Сколько же мне заплатят денег за это? Вообще-то это было очень опасное задание и как бы такое себе. Просто в черноту ушел 40 тысяч баксов. Ну что, Дональд Трамп, я иду к тебе опять. Нужно было бы, конечно, брони сначала закупить, но ну ладно. Так. Конец Вакагасира. Вакагасира. Я вообще читаю очень плохо, на самом деле. Ничто так не сбивает цены на недвижимость, как старая добрая штука там. Не считая, конечно, вспышки чумы. Но она может доставить куда больше проблем. Я слышал о натянутых отношениях между якудзой и колумбийцами. Короче, я уже против якудзы, я так полагаю. О, самолет летит! Ебать, вот это самолет, ребята, блядь, вы... Ну, как... вот в каких играх вы еще видели такие низкополигональные самолеты? Да и станьте картель машину. Блядь, короче, пропускаем. Ой. Отправляйся в Форт Стаунтон достать. Да не нужен мне этот Форт Стаунтон, у меня уже есть тачка крутится. Теперь заезжай в многоэтажный гараж в Ньюпорте. Что-то там еще... Ну, раз у нас времени нет, значит, как бы у меня есть время на то, чтобы заехать в магазин оружия, закупиться. Кстати, жалко, что в этой бедашке нету, блин, нету пиццерий каких-нибудь, в которые я могу заехать и поправить свое здоровье. Вот это вот, если бы присутствовал в игре, было бы попроще играть немножко. А то так слишком хардкорно, блядь. Вот как мне пополнить сейчас ХП? Я не знаю, например, как мне пополнить ХП. Так, тихо. Я случайно выстрелил. Так, по-моему, мне сюда. Мне бы еще тачку не раздолбать, потому что, скорее всего, если я выйду из машины, мне скажут, тебе нужна машина, колумбийцев. Вот, естественно, конечно же. Куда без этого? Так, аккуратно, отходим отсюда, блядь. Зачем я купил гранаты? Они вообще в этой игре мне не нужны, я не умею ими пользоваться. Просто с самого первого раза моя дружба с ними не сложилась. Так, у нас почти... Сука, тварь, блядь, вот она, эта парковка, нахуй. Блядь, мне придется опять искать тачку. Охуенно просто. Просто, блядь, охуеть. Я мечтал об этом. А что если... Ладно, давайте, если я заеду прямо вот так. Если ты будешь картель, тебя сразу узнал. Хорошо, отправляйся в Форт Стаунтон, достать тачку. Я тебя понял, ищем тачку. Вот это, конечно, глупость, что мне каждую миссию уже, ну, вторую миссию, по крайней мере, нужно искать тачку колумбийцев. Блин, нафиг она мне нужна, а? Вот если бы было место какое-то конкретное спавное ее, где я мог ее хотя бы постоянно забирать, а не искать ее, блин, по всей вот этой вот окраине города, вот на этой стройке. Это, конечно, глупо немножко, блин. Ну ладно, ладно, раз нам требуют это, то никуда от этого не деться, и так... Мы заезжаем на паркинг, может быть, перед нами откроют, блядь, шлагбаум, нет? Вообще похуй. Сбили, блядь. Нормально, едем дальше. Так, парковочка. Ничего, что у меня машина поцарапала? Я думаю, ничего. Так, ну, как обычно, по классике жанра, нам на самый верх, естественно, без этого не может быть, как бы, миссии на парковке, если нам не придется забираться на самый верх. Так. Так, я заехал. Бать, что мне нужно делать? О, это же Кенджи. Кенджи, это же наш кореш. Мы на него работали. Так, а что мне делать надо? Ну, в смысле, блядь? Якудзу узнали тебя. Чё нахуй? Вы чё, дебилы, блядь? И куда они пропали? Блядь, это просто это наитупейшая нахуй миссия, ребята, блядь. Что это за хуйня? Мне просто не понравилось с самого начала, что опять нужно тачку было доставать. Опять ехать, блядь, на парковку, чтобы меня не узнали. А что мне нужно было делать, чтобы меня не узнали? Нет, у меня есть предположение, что чтобы они меня не узнали, нужно просто замочить его, не выходя из машины. Я-то хотел достать винтовочкой, его потихо убрать, и чтобы у меня все было хорошо. Но, видимо, так оно не работает, к сожалению. Придется, блядь, на тачке, но я сейчас... Нет, по сути, если я сейчас разгонюсь... Подъеду к ним, опять начнут в меня стрелять. Если я успею доехать до него и сбить его, то миссия, по сути, должна будет сразу быть пройдена.
И тогда мне будет легче. Ну, посмотрим. Так, просто сейчас, короче, момент истины. А, был ли я прав в своих предположениях, что мне нужно просто сейчас подъехать, блядь, его раздавить нахрен? Или нет? Блядь, ну такое себе, блядь, мне бы успеть доехать. В любом сейчас на... Ай, блядь! Во-во-во-во-во, я вот об этом же, блядь, меня уже начали хуярить. Кенни теперь похож на бифштег, сваливай из Ньюпорта. Слушай, я не знаю, что я сейчас сделал, но, короче, по-моему, я красавчик. Я даже свалил очень эпично. С этого места, блядь, задавил только двух человек, ну ладно. Приз за безумный трюк. Быстрее сваливай из Ньюпорта. Я сваливаю, я просто не знаю, это. Как далеко мне нужно сваливать отсюда, за мной есть ли пост или нет. Но я сваливаю потихоньку. О, все, задание выполнено. Как раз бегу к этому Дональду Трампу. Ух ты. Слушай, Инфернус. Первый раз еду на Инфернусе, не на миссии. На Инфернусе мы уже гоняли, когда нам нужно было редкие тачки угнать, но вот просто так, чтобы в городе его встретить и покататься, я как-то никогда его не брал. Но, блин, Инфернус, ну, блядь, ну такое, ну как бы не особо отличается по скорости от Банши. Итак, у нас теперь самая крутая, самая быстрая тачка. Вот, кстати, управление у нее такое, блядь, прикольное, ребят, прям нравится. И что? Что же дальше? У нас будет какие хардкорные миссии? Давайте я это как ее предположу. Мне сейчас нужно будет найти тачку колумбийцев. Груз в океане. В океане? Че, мне, блядь, опять на лодке плавать, нахуй? Некоторые ценные товары очень сложно импортировать из-за лицемерие властей. Сегодня ночью один маленький самолетик на подлете к аэродрому, он сбросит в воду несколько ценных упаковок. Постарайся опередить полицию и собрать груз первым. Блять, опять на катере ебашится. Возьми катер, следуй за самолет. Блять, еще и на время. Где мне катер? Стой. Охуенно. Я думал, хотя бы он мне как-то пометит его цветом, этот катер, потому что я на самом деле, ну, давай, допустим, предположим, что самолет это желтое, потому что это... Тихо, тихо. Блять, еще тачку въебал. Слышь, блисточка, блисточка, блисточка. Пожалуйста, тормози, блядь. Минута 32, блядь, нужно все по Шурику вообще делать. Еще в катер сесть, по-любому еще подъехать куда-то нужно будет. А, катер, катер, катер. А катер любой нужно взять или... Блин, а где катер-то, подожди. Чё? То есть он еще и не на пристани? А где он, этот катер? Я что-то не понял, ребят. Может быть, я долбоёб или как? По-моему, катер, блядь, вообще не в этом... Блядь, я еще не туда выехал. Сука, я не успею же, блядь. Вот я дурак. Ладно, давай тогда предположим, что сейчас вот тут заспавнится катер. Вон, я уже вижу катер. Если я в него сяду, у меня миссия начнется или нет? Вот, если не начнется, в любом случае у меня будет время, чтобы доехать до катера, который мне нужен. Или может быть не... Блядь, тут так... Кто, блядь, тут загородил все? 40 секунд просто, блядь. Я даже не уверен, что я делаю правильные вещи, когда бегу сюда. Потому что катер у меня на метке... Тихо, тихо. Так, полис, катер, наверное, быстрее будет, поэтому давайте на него. 27 секунд, но я не успею. Давай еще бы, блядь, не допрыгнуть. Так, хорошо. А, все, у меня теперь катер не помечен стрелочкой. А, он пропал, то есть мне нужно ждать теперь самолет. И время у меня есть, а время... А вот самолет! Так, 10, 9, что такое? 7, 6, 5, 4, 3. Он сейчас будет скидывать груз, я понял. 1, давай, давай, только он летит медленно. Самолет уже рядом. Ага, вот все, самолет сбросил одну упаковку, так. Звезду дали, хорошо, точнее не очень хорошо. Давай, вторая. Блин, две звезды уже чуть не очень хорошо. Сейчас будет прикольно, если мне за каждую упаковку будет давать по звезде, и это будет пиздец, 3. Блять, я уже от 3 звезд не смогу уйти, блядь. Куда тут 4 нахуй? Ну давай, прям мне 6 звезд, блядь, дай максимально, блядь. Вообще заебись будет. Сейчас танки приедут, блядь. Мне еще по-любому нужно будет сгонять куда-нибудь, чтобы отдавить. Все, смотрите, вертолеты прилетели, нам все. Ты собрал весь груз, отвези Дональду Трампу, блядь. Пиздец. Это пиздец, мне бы еще спрыгнуть отсюда. Так, подожди. Так,
Так, еще. Блин. Так, перепрыгни, блядь, пацан. Все. Так, хорошо, сейчас косуки бежим. А, кстати, мне не 6 звезд дали, а 5, слава богу. Хоть какой-то, блядь, у Асуки еще тачки не заспавнились. Это просто это капец. Капец. Так, берем, конечно же, банши. На банши я быстрее домчу. И, кстати, тьфу-тьфу-тьфу, пока мусора что-то не спавнится. Это мне очень нравится. Пока только вот вертолетик летает. Вертолет это все хуйня. Вертолет, блядь, мне ничего не сделает, потому что я слишком быстро перейду. Тихо. Банши дрифтовая тачка. Немножко. Может, конечно, занести, блядь. Вот сейчас я выйду на дорогу, тут по-любому сейчас мусора, блядь. Вот, все, она... Ебать. Слышь, а там, короче, необычные какие-то мусора. Проехали сейчас. О, слушай, это какие... Это типа, знаешь, это ФБР. Тачка ФБР. А, блядь, а в ФБРовцах по-любому какие-то калаши, блядь. Уже на вооружение. Но я все равно быстрее... Я быстро еду, но, блин, они меня догоняют. И я успею, блядь. Ебать, ебать. Пиздец, погоня, нахуй. Опа, опа. А, это Курума. Ебать, Курума ФБР. Блин, я бы хотел. Тихо, блядь. Тихо, давай. Блядь, откуда ты вышел? Пиздец. Ебать, они вышли там дохуя. Ебать. Фух, блядь, ебать, меня нашпиговали. 100 тысяч. О, Курумка, нихуя. Ебать, она еще пустая. Машину ФБР, как выключить это? Все, у меня машина ФБР, это Курумка. И необычная Курумка, я вам скажу, давайте. Блин, починить бы ее, конечно. Блядь, мне нравится. Офигенная тачка. Так, давайте тогда еще одну миску пройдем, если что. Если что, блин. Ну, заедем в гангстор, там купим брони себе. Великий аэровор. Спасибо, что привезли мне этот груз, но он был всего лишь приманкой. Простите, но ради крупного дела на это приходится идти. По-настоящему важный груз до сих пор все еще в самолете. К несчастью, власти аэропорта все же решили задержать и обыскать груз, так что мне пришлось заплатить за издержки. Приезжайте через мост Вэлл, затем международный аэропорт, деньги властям уже уплачены. Моя посылка ожидает вас в фюзеляже самолета, который стоит в ангаре на таможне. Я тебя понял. Вообще изи, блядь. Ну, сейчас по-любому там облава какая-нибудь мусорская будет. Но слава богу, что времени нету. Я как обычно, могу заехать, поправить себе здоровье, так сказать. Блин, мне бы найти где-нибудь эту... Реально, аптечку. Аптечку я не знаю, где ближайшая. Но ближайшая аптечка, я знаю, есть одна у Асуки. То вниз придется спускаться. Ну, ладно. Как бы дело опасное. В любом случае, все так просто у нас не пройдет по традициям Китая. Блять, вот где я сейчас нахожусь? Кто-нибудь может мне сказать? Просто я до сих пор не могу выучить этот город. Вот нету, не было... А, так, все понимаю, сейчас понял. Просто вот в GTA Vice City, в GTA San Andreas у меня никогда не было проблем с изучением карты. Но вот тут вот я уже сколько играю, я все не могу запомнить, куда, что и как. Это просто Unreal какой-то для меня. Но вот тут вот у нас гангстор. Правильно? Ага, все, Амунашка. Так, Амунашка. У нас все в принципе есть. Блять, опять гранаты купил. Нахуй мне эти гранаты нужны. Так, и возьмем хпшечку Асуки. Благо я заприметил, где у нее там хп. По-моему, прощай, Курума ФБР. Блять, ну так жалко. Я уверен, что она была какой-нибудь уникальной машиной. Хотя я не уверен. При 5 звездах, наверное, дают такие машины на вооружение, так сказать, ФБРовцам, я не знаю. Вот, но в любом случае, это была классная тачка. Жалко, что мне не удалось на ней пройти эту миссию. Но, как бы, в этом виноват не я, в этом больше виновата механика этой игры. Тут так легко машина переворачивается, и главное, обратно не встают на крышу. Кстати, знаете, что я могу... Так, если же какие-то колокольчики... Я предполагаю, что меня ждет сейчас. Я как бы... Помните, я говорил про то, что другой город нам откроется. И вот, по-моему, нам сейчас открывается другой город, как раз мост. Да, все, мы едем в третий город. Это значит, что игрушку... О, вот, кстати, хпшечка тут. Нужно запомнить. Нужно, блядь. Сейчас бы еще тут перевернуться. Так, тихо, что, блядь, на меня вывернули, блядь.
офигел совсем, что ли? Так, третий город. Блять, я еще второй город не изучал. Тут уже третий, блин. Ну такой себе, третий город, блядь. Я надеюсь, что он простой для запоминания. У меня не будет никаких проблем с ним. Ну такое, блядь. Так. Так, ну тут, в принципе, пока ничего страшного. Мне вот сюда, блядь. Вот на дорогу. Мне сюда. Вот это, я так полагаю, аэропорт. И, наверное, мне за аэропорт куда-нибудь, да? В любом случае, 100% куда-нибудь за аэропорт. Тут огорожено. Может быть, вот тут. Так, тихо. Там вода. Так просто сюда не попасть. Значит, я все-таки не сюда заехал. К сожалению. Так, кстати, третий город, это значит, что тут какие-то новые оригинальные тачки должны появляться. Но на самом деле пока что я не вижу никаких новых тачек оригинальных. Пока что тут все по-старому. Так, красненькие эти, все. Нам сюда. Так, бах! Шлагбаума нет. Так, вот самолеты эти низкополигональные. Хотя они выглядят тут намного более красиво, чем. Ага. Это ж триадовские фургончики, по-моему, нет? И почему они тут, что произошло, непонятно немножко. Но я уверен, что... тут какая-то подстава. Тут подстава. Ага, так, подожди, я вижу... Что-то я вижу трупы. А, картель уже здесь. Ах ты, сука! Блядь! Ебать, у них эти М-ки, блядь, походу. Так, подожди, ну, как бы М-ка это хорошо, но у меня есть кое-что получше. Ага, давай еще, блядь, через стену в меня хуярь. Конечно. На. Блять, вот уже минус 60 хп. Минус 40, точнее. 35, если уж быть совсем точными. Но, блять, я не жесткий. Но так, самолетик с обрезанными крыльями. Чтобы никуда не улетел точно. Кстати, насчет самолетика. В этой игре ведь можно летать на самолете. Но это довольно сложно сделать, потому что управление тут какое-то... Так, блядь, я не успел подобрать. Может быть, тут подберу? Давай! Так, я что-то подобрал. Но М-ки тут не было. Все-таки они с калашей стреляли. Так, посылка в самолете. Окей. До-до. Так, посылки нет. Выследи колумбийцев, забери у них груз. Я хочу полетать на самолете, ребята. Сейчас все будет. Ага, он не взлетает, ребят. Он не взлетает. Я знаю, тут специфическое управление. Я смотрел видосы, как им управлять. Но что-то у меня пока это... Не понимаю. Ну давайте тогда потом этим займемся. Потому что у нас все-таки миссия. Не хотелось бы сейчас врезаться и взорваться сразу же. Поэтому самолетик, я знаю, что он всегда... Так. Да, да, я говорю, это триада. Палантик. На острове Стаунтон есть одна стройка, возможно. Они повезли груз туда, Палантик. Интересно, вот если я... Ага, то есть проезжаю, ничего. Ага, я понял, лопасти не задевают, они не настоящие, просто нарисованные. Ну, как и вода у пожарных машин в этой игре. Так, мне обязательно вот на этом дерьме ехать? Или нет? Или я могу выйти, потому что... Опять шлагбаум поставили. До свидания, шлагбаум. Так, вот, кстати... Пожарка у нас стоит, но я хочу машину какую-нибудь поприличнее, поприятнее. Так, простите. Простите, но я хочу нормальную машину. А где я могу взять? Блисточка. Блисточка хорошая машина. Мне нравится блисточка. Поэтому, блядь, сейчас мусора за нами погонится, не дай бог. Не, повезло. Поехали отсюда нахер. Интересно, куда ведет он тот туннель? Блин, тут столько всего еще. О, вон самолет летит, самолет. Ну-ка. Это не видно его нифига. Ладно. Слушай, столько всего еще нужно исследовать. Будет целый третий город. Учитывая то, что тут нет еще такой полноценной карты. Есть только мини-карта. Вот, как бы. Блин, интересно вот эта вот концепция, что нету настоящей карты. И вот действительно приходится изучать город. Но, блин, как-то он у меня не изучается на самом деле. Так. Минус банша. Ой, блядь, минус блиста, плюс стикер. И все. Настройка, да? Настройка у нас в одном месте. Я почему-то подумал, что это фургончики триады. Видимо, нет. Ага, стройка. Ну, настройки сейчас будет просто. Нормально.
шлагбаум, не хотел отваливаться. Настройки сейчас будет тут ПП, вот я уже вижу одного чувака, он по-любому тут курсирует, контролирует обстановку, так, ну, минус пацан. Ага, все засуетился, блядь, тихо, подожди, без паники, чувак, без паники. Так, подожди, я на достаточно большом расстоянии, чтобы они мне не смогли попасть. Минус. Все, тихонько минус ставлю. И что? Ага, вот еще один. Минус. Так, 7. Наверху нет никого, надеюсь. 7 выстрелов осталось. Но они мне больше не понадобятся. У нас сейчас больше будет с МПшки тут. С УЗИшки, точнее. Бои. Блять, сейчас минус. Я слышу кого-то. Слышу. Вот тут кто-то есть. Ну где, блядь, я не могу определить, не понимаешь, могут быть слева, справа, где угодно. Наверху с ним. Так. Так, блядь. Ну, так, тихо. А, это дождь пошел. Так, я слышу их, реально слышу, но, блядь, не вижу. Ага, вот, все. А, блядь, пацан. Ну, это. Давай, короче, по приколу. Все, тебе пиздец. Тебя убил? Ах ты, сука. А так? Ах ты, тварь, блядь. Я думал, сейчас меня заденет. Так, и что от него осталось? Первый раз метнул гранат. О-о-о! Опа, ребята. У меня теперь нормальное оружие есть. Опа. Так, блядь. Ебать, руки отрывает. Вот четкая тема, но очень много патронов на расходы. И что-то, блин, по-моему, они это закончились. Эти оружия. Блять, я его ебальник настрелял, но он спрятался, блин. Чудовище. Так, тоже калашек у нас. Отправляйся на лифте в башню. Вот, да что, реально? Реально, блять, наверх. Да вы что, издеваетесь? Настолько все круто. Эх, блин, я думал, что нам покажут, как мы будем прям подниматься, это просто катсцена. Какой пистолет, блядь? Вы что, издеваетесь? Даже пистолеты в гангстори не продаются, это настолько беспомощное оружие, блин. Смешно даже. Интересно, почему я поднимаюсь? Так, о, это же Каталина наш. Давайте уберите это отсюда, я хотел бы получить, наверное, что-то ценное. Опа, блядь, все нахуй. Успокойся, амиго, не надо. Я порежу тебя и брошу. Не стреляй, амиго, без базара. Мы все друзья, вот, забирай. Не будь таким засранцем. У нас нет выбора, крошка. Ах ты, блядь, опять Каталина, тварь. Бешеная сучка. О, а сука. Этой сучки больше нет. Доказал, но ты оказал мне услугу. Ты не единственный, у кого есть счеты с картелем. Эта мразь убила моего брата. Я никогда не убивал. Лжец, мы все видели убийц в картеле. Мы выследим и убьем всех вас, колумбийских собак. Я поиграю немного с твоим другом, чтобы получить информацию и доставить себе удовольствие. А сука, я жду тебя позже. Я уверен, что мне понадобится твои услуги. А, все-таки сосу... Блять, что за пиздец, короче. Прикол. Я сейчас просто немного не понимаю, что происходит. Просто по сути, блять, две миссии назад мы убили нахуй ее брата родного. Я думал, что у нас война с ними, блять, с Колумби. Так. Ребят, ну мы же с вами же это в нормальных, да, отношениях. Вы не будете против, если я вот это вот возьму. Да, ребят? Ебать, а чё у вас тут? Чё у тебя такое? А, блядь, дробик? Не-не-не, ты опасный, чувак, я тебя... не буду с тобой шутки шутить. Шутки-прибаутки, это давайте потом, после миссии, потому что я это перепроходить не очень хочу. Все, ребят, я у вас это, арендовал тачку, вроде как со сукой, у нас все хорошо, несмотря на то, что я, блядь, убил ее брата. И, как бы, мир у нас, блядь, Каталина, блядь. Чё же Клод, блядь, промазал, блядь, сразу нужно было ей въебать, нахуй, промеж глаз, блядь, этим пестиком. Вот, но он не смог, у него рука не поднялась на свою любовь. Навести ствол, он ее хотел просто припугнуть, но она этим воспользовалась, и теперь мы опять в жопе. Итак, главное, что мы выполнили миссию. Все у нас хорошо, без эксцессов и прочего говна.
Так, все, 50 тысяч баксов. Все, вообще изи, блядь. Давайте, знаете, на этом заканчивать. Потому что серийка у нас длинная вышла, блядь. Сейчас бы нахуй машину какую-нибудь угнать. Все, поехали отсюда нафиг. Так, у меня появились, кстати, вот новые миссии. R и A. A это, я так полагаю, Асука, а R, R, ну блин, я даже не знаю, что это такое. А, кстати, к тому же у меня еще телефонные миссии остались. Еще у нас открыт уже третий город. Но пока что миссии у нас идут во втором городе. Ага. А, ну, пока что нифига не понятно. А еще непонятно, где мой дом. А, вон он, все, показан на карте. Я бы вот не нашел его в жизни сейчас, если бы мне по карте не показали. Я бы долго кружился на одном месте рядом с ним, но его бы не нашел. Очень странная система значков, когда, блин, не показано, где ближайший магазин оружия, пейнтспрей. А, кстати, по-моему, я зря, блин, жалуюсь на то, что не показывают. А, нет. Так, тихо, серия, не прерывайся. А, нифига не зря, потому что, блин, вот, например, в GTA... Или, блин, подожди, что-то мысль сбилась, у меня сейчас эта запись сошла. Все, я вспомнил, что я хотел сказать. В остальных GTA-шках хотя бы на карте показано, что... Где находится гангстор, например, а тут нихуя не показано. О, я слышу вот опять эти колокольчики. Но это меня вообще не волнует, потому что мы заканчиваем серию. С вами был Герман, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.